Всем привет, друзья. 12 часов, я прилетел из Бангкока в Норвегию, в Осло. И двигаюсь сейчас в сторону центра. Сниму вам биржу труда. Там три в одном, не так, как в Швеции. Здесь и биржа труда, и служба занятости, и служба социального страхования. Все вместе. Все это находится в центре. Сейчас я пойду на поезд, потом вам сделаю обзор поездов, как поезда здесь, в Норвегии. Страна, кстати, одна из первых по рейтингу среди наших подписчиков. Ребята хотят переехать в эту страну, потому что здесь самые высокие зарплаты, и Норвегия всегда в топе по качеству жизни. Цена, кстати, до центра города, до центрального вокзала в районе 15 евро. Практически как в Москве. Сейчас мы зайдем